Отдышаться надо. Друзья, всем привет! Отправка луковиц тюльпанов в Луганск. Здравствуйте! Пару слов, может быть, как у вас там обстановка в целом? Ничего, хорошо все. Как торговля, как луковицы вообще каждый год получается привезти? Ну, не каждый. А в том году? В том году вообще мы не смогли привезти. То есть в том году тюльпанов в Луганске не было? Ну, были, но не все могли привезти. Многие искали, но не получилось, потому что санкции наложили. И надо было везти через третью страну, и получалось цена луковицы 50 рублей. Ну, никто как бы... Поставщики просто сами не захотели везти. Не стали привозить. А люди как бы хотели брать, ну, а поставщики не захотели. А вы в том году выгоняли что-то? Да, я выгонял, но я просто сам выращиваю. А, из своей луковицы? Свою луковицу. Понятно. А как вообще обстановка в целом? Как там на тюльпаны, там спрос есть на 8 марта? На тюльпаны спрос всегда в Луганске, потому что это у нас праздник, как считается, такой, ну, не основной, ну как всегда Луганск это отмечали всегда. То есть 8 марта с вами навсегда. То есть 8 марта это цветочный тюльпановый день, вы имеете в виду. А качество луковицы вообще как в целом? Вот вы за этого заказывали, я не знаю, где вы там заказывали? Ну я заказывал по месту у себя, там в Красном Луче заказывал, в Луганске заказывал. Ну так, как бы заказываешь одно, приходит другое. И говорят, один разбор, приходит другой, цена такая же, как получается, на крупный. Ну и так, как бы сказать, отношение само, как бы не очень. Понятно. Мудрёж какой-то. Ну да, они сильно как бы себя как бы высоко ставят, высоко взлетели, наверное, или не знаю. Ну поставщики, получается, у вас есть там в Луганске? Ну тем... хватает поставщиков. Хватает. Просто сложно очень привезти хороший материал. Вот я из-за этого и так и поехал далеко. Вроде как и далеко, но... Сколько ехали, кстати, по времени? Тысячу километров. Где-то 13 часов. За 13 часов доехали. На таможне нормально все, как бы. Пропускают. А, правда, хотел спросить, как там вообще с таможней? Как... Пропускают нормально, ничего, никаких досмотр, проблем. Что-нибудь такое? Да, с паспортом ЛНР можно проехать. А луковицы повезете, как вы думаете, как вы довезете? Будут там смотреть? Нормально все. То есть никаких проблем нет? Да, и что хотел сказать еще. С паспортом ЛНР можно ехать спокойно. В Россию. Да, в Россию. Ну, мысль улетела. Да, мысль улетела. Ну ладно, сейчас догоним чуть позже. Да. Как луковица моя? Пойдемте посмотрим. Да, луковица вообще огонь просто. Да серьезно? Крупная вся. Что-то написано 12+, 112+. Так и есть, да? Да. И понятно. Сорта такие. А сорта, вот, например, сорт вот, Libre J, я, например, его ни разу не выгонял. Я хороший тоже сорт? Ни разу не выгонял. Я видел, а почему заказали сразу 10 тысяч? Я видел, просто у Дударова хороший обзор был. На этот сорт? Да, мне он просто понравился, я просто давно занимаюсь. Опасно так по интернету выбирать сорта. Хэнни Вандермост садил, даже с мелкой луковицы получается довольно-таки хороший цветок. И он, как бы сказать, хорошо хранится. И вообще он как бы смотрится. И это... Сколько вообще вы гоняете? Ну, где-то около 45. Около 45 тысяч. Как да. В целом вообще в Луганске обстановка? Может быть, к вам приехать и снять какой-нибудь репортаж? Да, ну, по выгонке тюльпанов? Можно и по выгонке тюльпанов, но я просто не знаю, у меня когда начинается срезка. Ну, может быть, трошки раньше перед, ну, может быть, этим. Зачем нам на срезку? На срезку у нас самим времени найти. Ну да. Не найти самим. Вот. Просто может быть, когда цветение будет летом, просто мою... Летом? Да, ну весной, а, в мае. То, что вы имеете в виду, да, конце, сами доращиваете? В конце апреля. Не, я не доращиваю, я выращиваю. Выращиваю. Я доращиваю, но и выращиваю. Как... И как посадочный материал? Мой? Получается, да. Ну, хороший, луковица большая, 14-15+. Какие сорта хоть? Ну, у меня Forgotten Dreams, это старые сорта, Eric Fox U. Итак, Роман, там Хэнни Вандермост тоже, там много. Ну, хорошо нарастает луковица? Ну да, ну поливаю, удобрения, там соответствующее мероприятие надо. Сложно вообще выращивать? Ну да, скобкой тяжело просто. Вот бы если скобкой? Раздобыть какую-то вот технику с Голландии, вот именно, чтобы или садить, или копать, хотя бы что-то такое примитивное. Мне кажется, это можно организовать. Я видел там такие машины, ну я просто сейчас не знаю, как вот с санкциями, можно это будет все доставить, привезти? Все можно. Ну, это же замечательно. Значит, будем вам искать технику. Будем сотрудничать. Просто хорошо. У меня земли хватает, да, рабочих групп не хватает, как бы тяжело найти человека. Да. Как у вас, правда, с рабочими? Вообще никак. Катастрофа. На 8 марта женский пол можно найти, там вязать, крутить, это все резать, там еще полбеды, там я сам режу, там
племянник помогает. Да. А так, как бы, нет, а вот именно... А на физическую работу уже... На физическую работу, да, тяжело. Вот это бы хотелось немножко автоматизировать, как бы. У меня там мотоблоки есть, как бы, но мотоблок это, как бы, хотелось, как бы, что-то. Но я видел там ролики, такое самое простое, самое примитивное. Там и садят они, и копают, как бы, ну, вот, посмотреть бы, сравнить, выбрать, что, если есть какой-то выбор. Я подобрал бы себе технику такую. Хотелось бы, конечно, у меня то мечта такая, что, ну, как мечта, ну, мечты. Сбываются. Да, ну, сбываются, ну, что-то такое найти, вот. Ну, пока мест не получается, как бы, вот. Пока не получается. И даже у наших поставщиков за такое даже... Они даже ничего не рассказывают, даже вот я брал у человека несколько раз, он вообще, говорит, я шишки набивал. Говорит, а, по технологии не рассказывает, как выгонять, вы да, имеете в виду? Да, я шишки, говорит, набивал, вы сами набивайте, хотя я у него беру, как бы, хотя вот да. Все вот, кто, у кого в Ютубе ролики там, все говорят, если ты у меня берешь луковицу, я тебе рассказываю, как выращивать, а этот, как бы, ну так вот, как-то вот, не особо у меня получалось с этим. Ну ладно, понятно. Когда конец войне-то? Когда к войне? Да. Не знаю даже. Как там у вас вообще обстановка? Да так, нормально. Ну, вас там не дергают никуда? Тревожно. Ну, сейчас мобилизации ж нету. Мобилизации нету, да. Да, приехали вот как вот. С водителю мой 7 месяцев отслужил. Отслужил 7 месяцев? Воевал, да. Ну, списали его. Из-за чего? Да там что-то ранение. Из-за ранения? Да что-то там у него, да. Не углублялся, как бы. Понятно. Ну а ладно. Так, нормальная обстановка, все, дороги делают, все хорошо, как бы сказать. Так вроде как. Люди... Стройка. Ну, дороги что-то делают. Что-то строят. Нет, ну, я да, по домам. У нас построили свинокомплекс, там вот наша Георгиевка поселок, свинокомплекс построили. Так, уже это как бы работает, как бы. Ну, такое предприятие, там что-то, не знаю, больше 1000 голов, но. Понятно. Жизнь, в общем, налаживается. Ну так, относительно, война бы быстрее бы закончилась бы. Так. Понятно. Ладно, все, спасибо большое. Все, спасибо. За маленькое интервью. Будем выгонять тюльпаны. Да. Все, всем пока. Пока.